Байсеп Рокки тот же самый, блядь. Бал говорит, я сушусь, типа. Тайлер за Креатор. Все завязывают, конечно. Креатор вообще, да, типа, который вообще никогда не курил. И вот я только для себя недавно эту хуйню открыл. Как будто это всегда штука, которая была абсолютно рядом, абсолютно своя, добрая. У тебя создается персонаж под этой штукой. Но с отцовством совсем переплелось, типа, тогда, блядь, вот страшно было. А я еще, типа, просто вбил в гугле какую-то статью какого-то института шведского. Когда мне сказали, что есть персонаж, типа, а я реально себя без этого начал чувствовать, типа, неполноценно. Просто, да, 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 я думал, что... О, все, погиб Леха Симин. Ну, прикинь, докурился до того, что, блядь, а кто я есть, это пиздец. Слушай, ну, когда смотришь на черных, всегда есть пример Famous Dex, типа, который, ну, абсолютно уже ничего не одупляет. Знаешь, это смешной бред, где к нему тип подходит, говорит, о, Лилу Зевер. Я Famous Dex, ты это знаешь, я это знаю.